Краснодарский. У нас гости. Люрги? Черт побери. Как эти твари здесь оказались? Ну хорошо. Сейчас мы им покажем. Внимание, ребята. Проверьте цели миссии. Похоже, этот артефакт именно то, что мы искали. Еще один ключ к тайным предтечам. Отлично, Линда. Давай не спеша все исследуем. Конечно, Сид. Командир Адамский, капитан Мердок, нам нужно время, чтобы все здесь осмотреть. Как люди сюда попали? Наши приборы ничего не фиксировали. Самом деле необходимо, а? Мердок? Адамский, это приказ. Внимание, ребята. Проверьте цели миссии. Черт возьми! Эти твари сами себя взрывают? Ха, это мне нравится!
на Соляриус. Когда она нашла свой серебряный артефакт, она просто на седьмом небе оказалась от счастья и решила все тщательно обследовать. Она сказала Мердуку, что чувствует себя в полной безопасности в присутствии командира Адамски, и хитро мне подмигнула. Кажется, я покраснел как мальчишка. Каждому баллончик с дезодорантом. Шура, хватит остыть. Пошевеливайся. Сейчас тут будет жарко. Засекли субпространственную передачу. Не знаю, о чем они сообщают и кому, и не уверен, что хочу узнать. Разыщите их передатчик и ликвидируйте. Внимание, ребята! Проверьте цели миссии.
откуда он берет энергию? Нащупали главный источник энергии. Он спрятан глубоко под поверхностью. Так что можно смело взрывать передатчик. На воздух мы не взлетим. Адамски, чего вы ждете? Надо уничтожить передатчик. Да, мэр, я знаю. Thank you.
Чувствовал, что в глубине души старый космический волк был мной доволен. Линда чмокнула меня в щечку и упорхнула в лабораторию. На борту тем временем царило оживление. Головастики вычислили, куда была направлена субпространственная передача мудров. И знаете куда? На отдаленную ледяную планету, один в один подходящую под описание Кизариса. Не стоит и говорить, что мы сразу же взяли курс к этой планете. Интересно, почему пока мы летели к Кизарису, я нигде ни разу не видел Крымса? Штабист меня явно избегал. Зато Линда пару раз присоединилась ко мне за чашечкой кофе в кают-компании. Мы болтали о предтечах, о слакском виноделии, о демографической ситуации, о всяких других пустяках. Когда мы наконец причалили к Кизарису, я поглядел на планетку с низкой орбитой, у меня мурашки по коже пошли. Климат внизу был ужасный. Сплошной лед, снежные бури и температура как в морозильнике. Вскоре мы высадились на поверхности, в месте, где царило временное затишье, и видимость была слегка получше. Из этой же точки нас должны были забрать обратно. Находитесь на поверхности планеты, Соляриус не сможет с вами связаться. Так что руководить исследованиями на Кизарисе придется тебе. Здорово! Сморчок Заика вместо командира. Айси, не распускай руки! Шира, командир здесь я. Так что будь поласковее.